Спасибо. Мой замечательный товарищ обещал прийти, Василий Шумов. Я сказал, здесь привет ему большой. Вот. У него была такая замечательная песня «Я все умею». Вот. Я тоже все умею, ведь. Да. Что касается вот этого всего. Да. Вот они, все. Вам буду раз. Вот хорошая. Да. Как у меня и это, и то. Хочется так жить. Чуть-чуть, да? По кайфу. Точка зрения. С точки зрения слепого, куда ни посмотри, везде тьма. Некоторое недоумение, да. Это тоже есть про фитнес. Сколько не занимайся фитнесом, все равно придется умирать. Вообще я про смерть люблю очень, потому что отдохнем, да. Вау. Счастье. Порезал помидор, добавил луку с грядки, сижу и ем. Вот это я в самом конце вам прочитаю. Дротик. Я радость принес, говорит почтальон. Неповторимая. Непонятность и неповторимость ноющего плеча. Другой был кто-то, смотрел телевизор, поворачивал голову направо и налево, лежал, тяжело вздыхал, покашлял и ушел. Вообще у нас с деньгами очень сильно, да? Вообще. Ну, вообще деньги, да? Ну, конечно, да. Да, говорит, вот это, черный день, вот это все. Да. Если, говорит, откладывать на черный день, он обязательно наступит.